Почувствовать эмоции людей, живших в годы Великой Отечественной войны, можно на передвижной выставке «Поезд Победы». Это первая в мире инсталляция, размещенная в движущемся поезде. В каждом вагоне воссозданы знаковые события Великой Отечественной войны. Защита Брестской крепости, концлагерь, окопы, победа и торжественное возвращение домой. Одними из первых необычный музей посетили юнармейцы. Как так реалистично сделать муляжи людей? Там да детально, там шрам, каждый шрам и каждый волос просто идеально сделал. Идешь особенно, когда просто вот идешь по вагону, и издали на тебя смотрит какой-нибудь манекен. Вот это прям вот и пугало, и смешило очень. На протяжении всей экскурсии посетителей сопровождает аудиогид. Рассказ ведется от лица машинистки поезда, молодой девушки Лидии. Организаторы проекта принимали личное участие в создании уникального музея. Для меня этот поезд многое значит. Вот, я больше того скажу, я даже участвовал в съемках для этого поезда. Вот, у нас можно наблюдать в вагоне бронепоезде, в перископе, как раз элемент сражения на узкоколейке, где сражалась 2-я ударная армия, и там вот я принимал участие в реконструкции, как раз нас снимали для этого поезда. Экскурсия длится около 40 минут. За это время посетители проходят через 8 вагонов и 4 года войны. Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров. События.